Давайте начинать. Честно, тебя на него видит. Так. Вот, но сегодня как раз я хотел такую, как бы все экзамены позади, такую более развлекательного характера лекцию. Вот. С такими, как мне кажется, наиболее интересными приложениями. Дифференциальная теория была. Вот. Значит, так. Сначала давайте я расскажу. То есть было мной обещано несколько сюжетов еще с прошлых разов. Вот. Сначала давайте я расскажу про связь с мандромией. Но на самом деле, я сейчас буду напоминать некоторые вещи, которые, Вася, ты, например, знаешь из курса Multiple Z-Values, но, я не знаю, нас, возможно, кто-то потом посмотрит эту запись, поэтому лучше я, наверное, все буду напоминать, а ты будешь немножко скучать. Значит, пусть кайт какое-то поле характеристики 0, тем более, что, может быть, Дим, ты не знаешь. Сейчас, Дим, ты в основном спрашивает этот вопрос. Наверное, вот. Пусть X какое-то гладкое проективное многообразие над K. И пусть D – это дивизор с простыми нормальными пересечениями. Ну, то есть, что это такое? Я напомню, это было еще в этом курсе у нас на второй лекции про журналу, что D – это объединение каких-то деитов, вот, таких, что деиты, значит, гладкие, пересекаются во всех точках трансверсально. Трансверсально означает, что каждый раз, когда добавляешь еще одну гладкую компоненту, размерность пересечения падает. То есть это означает, что, например, на плоскости в одной точке не могут пересечься три компонента, потому что когда добавишь третью, размерность уже никуда не упадет. Вот. То есть, в частности, вот это SNCD, а вот это не SNCD. Понятно? Ну, это такое важнейшее понятие алгебрической геометрии, потому что вот такие дивизоры, они локально, значит, даются некоторым обнулением некоторой регулярной последовательности, то есть локально они хороши тем, что локально они задаются тем, что D это какое-то произведение T1 и так далее на TR равно нулю, где можно считать, что T1 это TR, а дальше TR плюс 1 и TN это локальные координаты. То есть локально они сдаются так, что вы просто взяли некоторое количество координат первые и рассмотрели пересечение, объединение соответствующих координат на каких-то плоскостей. Вот. Ну и поскольку локально они так вот очень просто устроены, то с ними, конечно, очень удобно работать. Вот. И в частности есть такое понятие, как логарифмический один формы. Это подпучок во всех формах, имеющих поле с первого порядка вдоль D. Ну, это тоже было достаточно подробно на первом, на второй лекции. Вот. Но я напомню, что локально они выглядят так, что локально они выглядят так, что значит, это будет какая-то альфа dt на t, но пусть d это для простоты гладкий, то есть d равно нулю. Вот. Значит, тогда dt на t плюс бета, где альфа, бета регулярные, не имеющие особенностей. Один регулярные, значит, ну вот, бета регулярная один форма, альфа регулярная функция. Форма, альфа регулярная функция. Ну, то есть идея в том, что если вот здесь, вот, когда мы пишем омега x от d, здесь разрешаются все один формы, которые могут иметь полюс не выше первого порядка вдоль d. То есть здесь, например, будет жить такая форма ds делить на t. А здесь она не будет жить. Здесь зато живет dt делить на t. То есть, если t в знаменателе, то оно должно появиться в числителе, где при дифференциале. Такое мнемоническое правило. Вот. Ну, это замечательные формы. Значит, замечу, что вот в наших любимых терминах на самом деле возникает, имеется дифференциальное многообразие. Ну, я уж так свободно буду говорить, я еще в прошлый раз начал
что есть понятие дифференциального кольца, то есть также можно определить дифференциальную схему, дифференциальное многообразие, пучковизировав вот это самое DR, которое просто расслоение. Так вот, имеется дифференциальное многообразие, такое x, омега 1, x от d, ну, двойственное, если мы обычно второй пишем пару здесь как дифференцирование. Вот. Так вот, геометрический смысл какой, как вы думаете? Каков смысл? Значит, у нас имеется омега x от d двойственное, это некоторое будет на самом деле подпучок в tx, отображение якоря. Вот. И оно состоит из каких векторных полей? Ну вот, двойственное к dx dt на t, к нему двойственное будет что? t dt. Вот. А t dt это что за поле? Это поле, которое зануляется на дивизоре. Вот. А остальные компоненты, они будут касаться. То есть, это векторные поля на x, касательные, касающиеся d. Ну, в общих точках имеется в виду касающиеся. Понятно? Значит, мы смотрим, вот у нас есть многообразие x, дивизор d, и мы смотрим, вот такое векторное поле, оно не разрешается. А вот такое, оно разрешается. Понятно? Вот. И, соответственно, у нас можно обсуждать омега 1 x от d модуль, любое дифференциальное кольцо, дифференциальное многообразие, можно обсуждать модуль. Это что такое? Это у нас есть Е, морфизм пучков на Х. Вот. Нам просто нужно будет, нам будет важно, чтобы Х был бы проективным, для того, чтобы была верная теорема, которую сейчас скажу. Поэтому мы немножечко будем не афины, а сейчас уже многообразие рассматривать. Не только афины. Вот. Значит, Е, которое отображается, обычная связь была в омега 1 Х, а теперь мы должны поставить пучок омега для нашего дифференциального многообразия. И так далее. Вот, значит, дифференциальный, ну, не так далее, да, собственно, возникает комплекс Д-рама, как для любого дифференциального модуля. Вот. И геометрический смысл означает, что мы начинаем переносить. Мы умеем делать правильный перенос, но только немножко меньше. Это меньше информации, чем задать... Это меньше информации, чем задать омега-х модуль. Понятно, что омега-х, оно сюда отображается. Поэтому если есть омега-х модуль, то есть просто расслоение с плоской связанности на Х, то оно будет и омега x от d модуль. Но если оно омега x от d модуль, логарифмический модуль, то это не обязательно омега x модуль. Что это означает геометрически? Что если вы умеете переносить параллельно, одно дело уметь переносить вдоль всех векторных полей, это омега x модуль. Другое дело только вдоль тех векторных полей, которые касаются d. Это вот такой модуль. То есть понятие геометрический смысл. Да? Это такие векторные слоения, где есть параллельный перенос вдоль векторных полей, касающихся d. Вопросы есть? Все понятно? Дим, Вась. Там никто, кстати, не появился. Сейчас, но это не то же. Ага. Сейчас, это не то же самое, что мы умеем переносить все на x без d. Вот, об этом сейчас будет речь. Об этом сейчас будет речь. Конечно, совершенно не то же самое. Вот. Ровно об этом сейчас будем говорить. Хотя там сработала ассоциация с маску за твоюс. Итак, значит, теперь. Давайте введем обозначение кон x. Если был просто кон x, это начало векторное слоение с плоской связанностью. А кон xd это всевозможные омега x от d модули, ну, конечно, порожденные. Значит, заметим, что не заметим, все. Короче, порожденные модули. Вот. То есть значит, заметим, что у них могут быть особенности. В принципе, это непростое дифференциальное кольцо, правильно? Вот это омега x от d, замечание, что вот это омега x, омега x от d, оно не дифференциально простое. Почему? Какой дифференциальный идеал? Это тавтология. То есть какого многообразия касается векторных полей? Ну, самого d и касается. Значит, то есть d в x это дифференциальное подмногообразие. Вот. Но d в x это очень хорошее подмногообразие. Когда у вас есть это дивизор Cartier, и поэтому, если у вас на самом деле можно было бы обобщить то утверждение про то, что
где встали простые модули, они все локально свободны. Что поскольку дизор картет, на самом деле следует, что любой, конечно, порожденный дифференциальный модуль над OX от D модуль, это является проективным OX модулем. Значит, для дифференциально простых колец мы прекрасно с вами знаем, что любой дифференциальный модуль – это проективный. Вот. Но есть обязательное доказательство, если там в какой-то момент вылезает идеал. Да? Мы хотим, конечно, нет идеала. Но если единственный возможный идеал – он Картье, то ничего плохого. Ну, грубо говоря, просто потому что если что-то имеет особенности для всего дивизора Картье, то оно сам не имеет особенности. Да? Ну, например, вот пучок идеалов дивизора Картье. Он локально свободный, отличает пучка идеала, скажем, точки на плоскости. Он уже не локально свободный, да? В кольце Магачева во двух переменах порожденный x и y. Он не локально свободный, а порожденный x просто, он свободный. Вот. Поэтому, короче говоря, здесь тоже все конечно, порожденные, это векторное слоение. То есть здесь объект это e набло, вот, вот такой, хорошо. Но морфизмы здесь регулярны на всем m, x. Просто по определению, что такое дифференциальный модуль? Ну, это, во-первых, R-модуль, и морфизм – это морфизм R-модуля. Здесь R – это x. То есть у нас есть векторное слоение на всем x с такой вот логарифмической связностью. И морфизм – это категория, это морфизм векторных слоений, уважающий эти самые логарифмические связности. Хорошо. Это одна категория. Теперь есть другая категория. Можно посмотреть на категорию, вот ровно то, что сказал Вася. А именно можно посмотреть на кон от x без d. Ну, это афинное, может быть, а может не афинное, алгебраическое многообразие. На нем можно просто без всяких границ посмотреть на категорию векторных слоений с плоской связностью. Вот. Это уже действительно будет простое дифференциальное кольцо. Потому что здесь имеется в виду, что мы берем все омега-1, вот это u. Да, давайте x без d обозначим за u. Вот. Сейчас будем все время использовать. Значит, да, это то же самое, что омега-1 у модули, конечно, порожденные. Значит, ну и у – это омега-1 у, дифференциально простое кольцо. Вот. Ну и здесь какие-то пары тоже е штрих на обла штрих. И где морфизмы? Значит, во-первых, особенности. Во-первых, связанность может иметь любую. Морфизмы имеют любые алгебраические, естественно. Алгебраические, это так в скобочках, пока нет ничего алгебраического, сейчас будет. Особенности вдоль D. Вот. Ну и набло имеет тоже любую алгебраическую особенность. Вдоль D, правильно? Ну, что такое омега XU? Скажем, если, ну, локально как это выглядит. Вы просто обращаете уравнение дивизора. И теперь ваши функции, это не просто все функции на x, а все функции на x с обращенным t1tn. И вы дальше на такой алгебре, где вы обратили t1tn, смотрите дифференциальные модули относительно всех дифференцирований. Ну и значит, соответственно, это набло, что их задаются коэффициенты, это какие-то там матричные, матрицы связанности задаются какие-то формы с коэффициентами в функциях. Функции, которые со знаменателями t в любых степенях. И морфизмы тоже имеют знаменатели t в любых степенях. Вот, ну то есть... Здесь набло на имеет только полюс 1, здесь любую степень. То есть здесь живет там dt на t в n. Вот. Ну, а здесь тоже там какая-то, может быть, 1 на t в n. Понятно, да? Вот, хорошо. Значит, ну и очевидно есть функтор замечания, что есть, конечно же, функтор ограничения, да, что если... То есть вот это что такое? Это вектор, это параллельный перенос по векторным полям, которые живут... Есть x, опять картинка есть d. Вы смотрите просто все векторные поля, пересекающие, не пересекающие, но вы смотрите только переносы между точками, которые... Да, переносы между точками, которые вот здесь, которые снаружи d. Вот. Значит, хорошо. Ну и вот очевидно, что есть ограничение. Функция ограничения. Отсюда сюда. Да, то есть я могу сказать, что здесь набло штрих, я должен был, может быть, написать, что набло штрих работает е штрих в омега-1 у по у е штрих.
Вот. А здесь, значит, кон у. Есть такой очевидный функтор, правильно? Так вот, замечу, что этот функтор, он не полный. Он, конечно, строгий, но он не полный. Строгий, не полный. Что значит строгий? Что он инъективен на морфизмах? Ну, если два морфизма, они равны, если какой-то морфизм равен нулю, функция равна нулю ограничения на у, то она и на все была равна нулю. Это просто, если функция равна нулю на плотном открытом, она просто равна нулю. Вот, это строгий. Но он не полный. То есть здесь больше функций в качестве морфизмов. Здесь в качестве морфизмов есть dt на t, здесь 1 на t в nt есть. Вот. Ну, и он совершенно не существенно сюрреактивный. То есть здесь больше гораздо расслоение с плоской связанностью есть, чем те, которые имеют вот это самое. Вот теперь тонкое определение. Вот вся тонкость, самая главная тонкость здесь, чтобы правильно ввести определение. Значит, кон я хочу посмотреть на образ этого функтора. Вот. Кон рек ату это полное. Три раза подчеркнуть. Подкатегория в кон у, состоящая из всех возможных е-штрих, набла-штрих, таких, что существует е-набла из кон xd, такая, что дается функция, я назову фи, такая, что фи от е-набла изоморфна е-штрих, набла-штрих. То есть изоморфизм где? В кон У. Это центральное определение. Понятно ли оно? То есть мы смотрим такую хитрую категорию. Это вот Делин, значит, заметил, что надо именно так аккуратно работать. Мы смотрим на все расслоения с плоской связанностью на У, которые можно задать в каком-то базисе, над У. Базис, замена базиса происходит функциями, имеющими любые особенности вдоль D. И можно так заменить байс функциями, имеющими любые особенности вдоль d, рациональные, 1 от event, чтобы связанность стала логарифмической. Понятно? То есть, иными словами, можно сказать по-другому, что мы берем все возможные связанности кон xd, все возможные связанности на x относительно этих полей, но морфизмы между ними берем не такие, как в этой категории, они начинают иметь любые особенности, они не являются морфизмами, во-первых, расслоения e, они могут иметь особенности. Они могут не быть не определены над D. Вот. Ну и вот, собственно, да, любой морфизм имеет любые особенности вдоль D. Лишь бы коммутировали со связанностью. Окей? Вот. Хорошо. Теперь, значит, следующий наворот. Это пока еще... Для чего все это? Значит, теперь следующий наворот. Пусть теперь K равно C. Да, значит, это называется расслоение с регулярными особенностями. Регулярные особенности. Если где-нибудь услышите, значит, демоды с регулярными особенностями. Это буквально вот это означает. Расслоение с плоской связанностью с регулярными особенностями. То есть это свойство расслоения с плоской связанностью на У иметь регулярные особенности. То есть это объект полной подкатегории в расслоении с плоской связанностью на У. Пусть теперь K равно C. Тогда есть еще теперь третья категория. То есть мы смотрели XD, U, там полную подкатегорию определили, а теперь еще даже четвертая уже категория. Значит, а именно имеются аналитические связанности. Аналитические связанности, ан, на чем? На у от c. Ну, можно и на x от c, давайте нам будет интересно на у от c. То есть у от c, это что такое? Это голоморфное многообразие, комплексное многообразие. На нем можно смотреть категорию аналитических голоморфных расслоений с аналитической связанностью. То есть здесь есть какие-то парочки еан, набла ан, значит, где набла ан, это еан. Еан – это какое-то аналитическое расслоение. У – непроективно, поэтому их гораздо больше, да? На открытом аффинном многообразии у вас есть голоморфное расслоение, не переходящее с алгебраических. Вот. И какая-то голоморфная связанность, которая бьет куда? Ну, вот в омега-1 у ан, то есть аналитические голоморфные функции, потенциалит над о ан. На еан. Окей? Вот. Хорошо, это аналитические связанности. Значит, теперь, чем эта категория хороша?
тем, что есть соответствие Риммана Гильберта. Это некоторая тавтология в таком варианте. Соответствие Риммана Гильберта, но очень важное. Ты уже, наверное, пятый раз против меня слышишь, да? Гильберта. Что вот у нас есть категория аналитических расслоений с плоской связанности. Пусть у нас x это какая-то комплексная точка. Фиксируем. Вот тогда категория расслоений, аналитических расслоений на УАЦ. Есть функтор в категории конечномерных представлений группы P1 от УАЦ, базированных, петли базированных в X. Вот, и есть эквивалент с категорией. При котором парочка Е на 2 приходит такое представление. Мандромии из P1 от УАЦ, базированная в X, GL от Е ограничить в X. Мандромия. Ну, то есть мы пользуемся той самой теоремой Каши-Ковалевской, которую говорил в прошлый раз, что у нас есть, значит, у нас есть вот это самое U, у нас есть точка X, и у нас есть расслоение на двух. Вот, и мы берем, вот у нас есть слой с точки X. И мы дальше берем, покрываем маленьким диском. Над этим маленьким слоем мы можем решить наше дифференциальное равнение. То есть, есть теорема Каши-Ковалевской, да, что мы стягиваем над любым стягиваем пространством, над маленьким диском, локально мы можем решить дифференциальное равнение. То есть локально Е набло, то есть здесь, если x принадлежит какому-то маленькому диску dv, это маленький диск, то тогда Е набло ограничить на d, это тривиальный дифференциальный модуль. Вот в нашем смысле. Тривиальный дифференциальный модуль. Вот. Ну а раз он тривиальный, значит все слои можно отождествить. То есть он изоморфен модулю некоторому EX, можно считать, вот, потензорить на D, взятый сколько-то раз, вот как дифференциальный модуль. Вот. Ну и значит, мы все слои отождествляем. Потом берем вторую окрестность, тут тоже мы как-то можем отождествить. Вот так перераскладываем, так далее, так далее, так далее, вдоль петли нашей гамма. Вот, перераскладываем, перераскладываем, эти кудри рисуем. И в конце концов, перераскладывая, приходим назад к нашей точке X. Я не знаю, это, наверное, потом уже трудно будет понять записи. Это важно было в динамике. Вот. Значит, приходим опять в точку X. И таким образом мы отождествляем EX самим собой. Но это может быть не дождественное отождествление, если здесь была какая-то дыра в нашем многообразии. Вот, то есть был какой-то нетривиальный класс гомологих. Вот это называется представление. Мандромия. Ну, мы сейчас пройдем пример очень простой. Вот. Вот это эквивалент категории. И это некоторая тавтология, на самом деле. Функторы в обратную сторону строятся очень просто. Что, ну, я лучше скажу, значит, что если есть какое-то представление, ну, давайте скажу, в обратную сторону, это скорее не теорема, а наблюдение. Если у нас есть какое-то представление ρ из P1 от УАЦ в X, и X какой-то GL V, где V это векторное пространство на C, конечномерное. Вот. То тогда вот это хозяйство все представляется чему? Мы должны взять такую Е на 2 соответствует Е на 2 такая, соответствующая P1 от УАЦ X эквивариантному расслоению с плоской связанностью, тривиальному расслоению с плоской связанностью. Ну, делаем такую штуку. Берем V, умножаем на U с волной X. Вот. Над U с волной X. Где U с волной X? Это там связано накрывающее, связанное с X. Односвязанное накрывающее зависит от выбора точки X.
потому что это кондрабический класс путей, выходящих с какой-то точки. Это мы зафиксируем x, связанных с x. Вот. Понятно? Сейчас, можно вопрос? Да. Сейчас, а где мы принципиально использовали, что у нас все комплексно-аналитическое? Нигде. Если бы все было гладко вещественно, все то же самое. Все то же самое. Окей, да. Но фишка в том, что если многообразие база U аналитическое, то тогда она связана крывающей, будет аналитическим многообразием, аналитическим морфизмом. Поэтому с необходимостью все будет возникать аналитическое. Угу, окей. Вот, хорошо. Значит, вот такая секвенция категории. То есть она описывается как вот P1. Очень хорошо. Вот, раз мы про это заговорили, тут я сделаю маленькое замечание. Такое, что вот у нас есть тоннельская категория, значит, важно здесь замечание, что... Ой. Вот, замечание, что... Кон аналитическая... Ну и, собственно, все категории, которые были до сих пор. Это тоннельская категория... с функтором слоя омега x из этих аналитических расслоений векторное пространство на c. Вот тем, что я только что говорил. И аналитическая набла приходит в слой. А, это я каждый раз просто пишу, чтобы как бы помнить, что мы говорим про что-то аналитическое. Это не потому, что у нас сейчас я какой-то отдельно рассматривается. Вот. Значит, слой в иксе. Это функтор слоя. Вот. И если у нас есть какая-то Е-Ан Набла-Ан, если мы посмотрим на категорию, порожденную Е-Ан Набла-Ан, вот, то тогда есть группа Галуа, тоннельская группа Галуа. Категория такой, она изоморфна тоннельской группе Галуа. Чего? Давайте применим соответствие ревного гибрида. Тогда вся эта категория окажется эквивалентной категории представления группы. Только не про алгебраической группы, а дискретной группы. P1. Вот. Тогда если мы взяли здесь объект какой-то, из эквивалентной категории, взяли объект, E-набла, породили под категорию, это будет соответствовать, это будет эквивалентной системе под категорией, порожденной его мандромией. Вот. То есть это здесь категория, тоннельская группа Галуа, категории, порожденной мандромией. Это полная подкатегория в конечномерных представлениях. Это полная подкатегория в кон аналитической. А это полная подкатегория в конечномерных представлениях группы P1. Окей. Вот. Ну, теперь, я не знаю, если кто-то знаком, то эта группа изоморфна чему? Кто-нибудь знает из вас? Что если у вас... Дело в том, что если у вас есть... ну, я одним из этих немножко использую язык категории Танаки. Боюсь, что сейчас я не смогу целиком напомнить. Ты знаком с ним немного, нет? Дима, знаешь про категорию Танаки? Давай напомни лучше. Ну, тут смысл в том, что есть такие категории, это тензорные, здесь можно тензор умножать, есть двойственные, есть это абелевые категории, вот, представление. Они все эквивалентны категории представления какой-то алгебраической группы. Или проалгебраической, правильно сказать, обратно предел алгебраической группы. А. Так вот, вот эта категория, если абстрактно, если есть какая-то группа гамма, гамма в данном случае P1, и если посмотреть на ее представление, то соответствующая группа, важно, что ее представление группы гамма, порожденное этим представлением, это то же самое, что представление и замыкание ее образа в топологии Завистского, в важный момент. Поэтому эта таймская группа есть не что иное, как образ ро замыкание по Завистке. G от E ограничит на X. Вот это представление. Замыкание в топологии Зарискова. Вот. Поэтому мы видим такую важную вещь, что если у нас, значит, давайте подытожим, что если у нас есть какое-то аналитическое расстояние с плоской связанностью, то тоннельская группа категории, порожденной им,
по римну гибриду, то же самое, что динамическая группа представления в андромии, и, значит, некоторый там факт, это одно из упражнений сейчас в текущем экзамене по каждому из этих значений, значит, что некоторый факт, что вот динамическая категория порожденная одним представлением абстрактной группы, это то же самое, что замыкание в топологии за риск образа представления. Ну, то есть, здесь что это означает факт, по сути, что задать представление замыкания образа, то же самое, что задать представление группы Ро, которое тензором порождается этим представлением. То есть, его подфактор, его тензор в степенях и прямую сумму. Окей? Вот. Теперь давайте объединим вот эти две вещи. Значит, тут у нас была первая вещь, давайте один-один была, алгебраическая вещь. Категории. Мы их чисто алгебраически объединили. Вот, теперь была вторая вещь, это здесь она началась, 1-2. Аналитические категории. Вот. Ну и давайте теперь их объединим. Значит, их мы объединим 1-3 алгебраические аналитические. Это, значит, генеральная теорема Делиня, очередная, говорит следующее, что теорема, значит, заметим, что у нас есть сетельный функтор, ну, у нас был функтор φ из вот этих вот омега-1 x от d связностей в омега-u связности, просто ограничение на u. А еще есть функтор аналитификации. У нас, давайте назовем ψ из алгебраических расслоений на u в аналитические расслоения на u от c. Ну, это понятно, что любая алгебраическая функция, она является аналитической, это понятно. Но здесь гораздо, он, значит, не, опять же, он полный, он строгий, конечно, но он не полный, и вот, не полный, оказывается, существенно селективный. Значит, что значит, что он не полный? Что морфизмов гораздо больше. То есть, морфизмы в кону, это алгебраическая категория, да, имеют алгебраические особенности, то есть мироморфные. Вдоль D, там, типа 1 на Z венты. Вот. А морфизмы, что про них можно сказать, морфизмы в кон Ан? Это что? Это какие-то голоморфные функции на U. Но на D они могут иметь любые особенности. Любые особенности вдоль D могут быть существенные. Это важно. Например, 1 на E в степени 1 на Z. Только не Z, а T. E за T называл, извиняюсь. Локальный параметр. Дивизоры D. Вот. Понятно? То есть это совершенно гораздо больше морфизмов аналитической категории. У вас гораздо больше способов сделать замену, скажем, координат расслоения аналитическими функциями, чем рациональными. Вот. А теперь удивительный факт, что если мы прокомпонируем вот это с... Если мы ограничим наш функтор на подкатегорию с регулярными особенностями, то это будет эквивалентность категории. Тут потрясающий факт. Значит, теорема Делиня. Это, по-моему, первая статья по математике в таком духе что-то. Ну, одна из первых. По-моему, это диссертация. Вот, значит, что фи... То, ну, фактически, это, конечно, какие-то классики чувствовали, как бы, в каком-то варианте. Но, как всегда, Делин пришел и все очень аккуратно, правильно категорию сформулировал. Вот, точное утверждение. Значит, что если пси ограничить на полную подкатегорию, состоящую из кон-рек, то это уже будет эквивалентность категории. Вот. Ну, то есть, возникает такая странная диаграмма категорий. У нас есть полная подкатегория кон-рек. Это полная. У нас есть эквивалентность категории, и здесь есть строгий, но не полный
функтор в кон ан. То есть, в частности, получается, что есть функтор назад, идущий из кон ан в кон. То есть, у нас есть функтор, который по расстоянию с аналитическими особенностями строит объект здесь, в кон у. Что это означает явно все? Что означает эта формулировка в явных терминах? Какой смысл этой формулировки? То есть у нас есть расслоение с аналитическими особенностями. Аналитическое расслоение инновации. Мы можем... У нас есть функтор возникает сюда, в кон У. Мы можем по нему построить расслоение с алгебраическое расслоение на У. Из аналитического можем построить всегда канонически алгебраическое. Это если граница 90 с линейными пересечениями. И при этом это аналитическое, это алгебраическое функториально определено. И оно будет иметь регулярные особенности. То есть это означает явно следующее, что для любого EAN Nabla AN существует единственное E' Nabla штрих, ну я так буду сохранять, это алгебраическое на U. То есть для любого аналитического найдется канонический представитель алгебраический. Да еще такое, что не любой, тоже функтор не во сюда, а именно в конрек даже попадает. Такое, что значит, E' на B' имеет регулярные особенности. Вдоль D. То есть, просто это как бы это условие иметь регулярные особенности фиксирует вам выбор алгебраического представителя. То есть, во-первых, они все алгебраизуемые, но это то, что алгебраизуемые, это не безумно странно звучит, потому что ну, тут дивизор, это в стиле, это как бы такое прокачивание того утверждения, что на проективном многообразии все расслоения, они все алгебраизуемые. Ну, а тут есть еще связанность есть, аналитическая, она, конечно, аналитическая, но она связанность, а граница дивизоров с линейными пересечениями, и как бы вот его можно алгебризовать до расслоения на У. Вот. Но замечу, что даже если у вас кто-то написал связанность на БЛАН, с какими-то, у нее там какие-то матричные элементы есть у связанности, туда входят какие-то аналитические формы, на U, голоморфные. Эти голоморфные формы, они сдаются какими-то локально какими-то голоморфными функциями, там, dz, вот, dt. Эти голоморфные функции могут иметь существенные особенности. Это означает, что вы можете такое, что... Да, я не сказал самое главное. Такое, что имеет регулярные особенности, и EAN, Nabla AN, изоморфная E' это же обратный будет функтор естественного наложения, то есть где? В кон AN. То есть иными словами, вы можете взять аналитическим образом, сделать замену переменных, gauge transformation здесь, то есть вот это как будет связано меняться, там, dg, dg-1, g, dg-1, плюс там, gt, dg-1, gt-1, gt, ну, это же, вы знаете, вся формула была, как меняется при замене переменных связанность. Так вот, мы можем так вот заменить переменную с голоморфными функциями, что связанность превратится в алгебраическую. Но, более того, она будет иметь логарифмические особенности вдоль D. Не просто рациональные, но логарифмические особенности вдоль D. Вот. И любые два таких замены, любые две таких замены отличаются на что? Вот очень важно, что не на, на замену переменных, которые имеют любые неконтролируемые особенности вдоль D. Вот. Значит, давайте приведем пример. Архетипический пример, который у нас уже был, Василий, что на Малос плюс это верис. Это, конечно же, пусть x это p1, а d это, ну, если взять одну точку, там будет все стягиваемо, и ничего интересного, это будет 0 бесконечности. Вот, u, соответственно, это gm. Вот, ну тогда что получается? Тогда, значит, ну вот p1, а ту от c, это что такое за группа? У нас всего трое, так что давайте участвуйте. Что это за группа? Свободная. Это Z. Да, вот у вас картинка у вас. Проколка точка. Вот у вас GM. Это Z, и даже поэтому неважно, какую точку я выберу, у группы для разных точек будет канонически отрежаться любым путем спряжения действия тривиально на облевую группу. Вот. Ну, значит, чтобы задать его представить, то есть таким образом, что так, вот давайте посмотрим, как функтор D-линия. Да, вот эта штука называется продолжение по D-линию. Вот это обратный функтор, который вот возникает, вот это вот. Вот такой функтор, это продолжение по D-линию называется. Вот.
Давайте посмотрим, какое будет предложение по D-линию. Значит, ну вот мы берем расслоение с плоской связанностью на GM от C, то есть на компрессной плоскости с проколотой точкой. Но это будет соответствовать представлению Z, да? То есть представление Z в GLN C, но это задается одной какой-то матрицей. Один переходит в какую-то матрицу, давайте назовем ее M, от слова Мандромия. Вот. Хорошо, ну тогда... Это представление, это соответствие Риману Гильберта. По Риману Гильберту соответствует некоторому ИАН, НАБЛААН, некоторому аналитическому расслоению с плоской связанностью на ЖМАЦ. Вот, ну, разные бывают способы. Можно, это будет тривиальное расслоение какое-то, они все тривиальные гламурные расслоения на ЖМе. Вот. Ну, из какой-то там выбрать какую-то координату можно. Вот в этих координатах будет каким-то образом записываться, может быть, какими-то рядами, там, какими-то функциями ваша связанность. Вот. Но Делини утверждает, что всегда можно выбрать, заменив переменные, такого представителя, то есть я могу найти всегда некоторого представителя, который будет иметь регулярные особенности, и при этом вот этот изоморфизм, это означает, что мандромия нужно, как надо, да, мандромия у Е-штрих на Б-штрих, как у Е-ан на Б-ан, да? Что значит, что в аналитической категории два расстояния плоской связи совпадают? По Риману Гильберту означает, что одинаковая мандромия. То есть мы хотим некоторое Е-набла вот с регулярными, такую логарифмическую связанность из XD, такую, что мандромия Янабла задается матрицей вот. Ответ. Очень простой. Янабла, Е это будет О, там, У, О, пардон, ОХ, даже на Х расстояние нужно. ОХ взят N раз. Анабла будет D минус. Так, еще, чтобы я не соврал. Логарифм от m делить на 2pi dz делить на z. Значит, заметим, что форма переменная t, извиняюсь, переменная t. И, извините, я все время t писал. dt делить на t. Окей, значит, замечу, что форма dt на t, она логарифмическая, и она имеет полюс первого порядка и в нуле, и в бесконечности. Когда вы делаете замену t, переходите в минус 1, то форма dt на t просто пойдет со знаком минус. Замечательная форма. Вот. Значит, ну и как устроена здесь мандромия? Чтобы понять, как устроена мандромия, надо понять, как устроено решение в аналитических функциях локально. И понять, какая мандромия у этих аналитических функций. Ну вот решение как устроено? Мы хотим такую матрицу y, такую, что y' равняется... Вот этот логарифм от m делить на 2pi y. Да, где логарифм от матрицы, ну, он определяется так, что если у вас матрица диагональна, то это логарифм просто от числа. Любой представитель, вот его. А если матрица непатентна, значит, по Жордану все приводится к сумме на блоке, разбивается. У каждого блока логарифм определяется отдельно. А каждый блок, он как выглядит? Такая скалярная матрица плюс непатентная. Они коммутируют. Логарифм скалярной матрицы – просто любой представитель логарифма этого числа. Логарифм непатентной матрицы – ну, вот вы уже надо написать ряд. Логарифм от непатентного… значит, у нас произведение 1 плюс непатентный, вернее, матрица произведения. Вот. Ну и вот, значит, логарифм от 1 плюс непатент – это, конечно, такой непатент, минус непатент пополам, плюс так далее. Вот. Значит, ну и какое это будет решение? Решение будет, на самом деле, такое. Это будет t в степени r. T в степени m. Что значит t в степени m? То есть это e в степени log t умножить на m. Пардон, m на 2pi. Вот. Ну, если вы такую вот возьмете функцию,
матрицу такую, зависящую от t. Поставить сюда, вы получите то, что надо. Потому что m с постоянными коэффициентами. m – это постоянная матрица. Здесь нет проблем, потому что ее члены там коммутируют друг с другом. Это постоянная матрица при разных степенях t. Вот. Ну и таким образом мандромия какая? Но когда мы обходим вокруг точки 0, когда мы обходим вокруг точки 0, то как меняется эта функция? Что происходит с логарифмом при обходе вокруг точки 0? Ну, понятно, как раз плюс 2π. Плюс 2π прибавляется, вот. Поэтому к показателю прибавится m. Так, все это я здесь полно ровно. Как ты тут все-таки вас запутал, видимо. Так, все, сейчас надо, извините, пожалуйста, лучше я немножко тут подправлю. Значит, действительно, я хотел бы, чтобы прибавилось бы e в степени m, то есть получится e умноженное на e в степени m. Сейчас. Понятно. Значит, во-первых, да, извините, немножко я набрал. Здесь должно быть 1 на 2πi, а здесь лог m. Вот, вот так. Значит, тогда я здесь подправлю. Лог m. Вот. А решение будет, собственно, давайте я на другой стороне напишу решение, чтобы здесь не морать. Вот решение. Значит, чтобы себе понравилось, надо написать решение. Это будет решение такое. Это будет e в степени лог t умножить на вот эту матрицу. Просто чтобы решить такой дифур с постоянными коэффициентами, вы должны, собственно, t в степени вот этой самой матрицы. Ну и тогда теперь мандромия. Действительно, когда мы обход вокруг нуля, он лог t превращает в 2πi плюс лог t. Соответственно, решение t в степени 1 на 2πi лог m переходит во что? Мы должны, значит, то же самое решение. Вот. Только у нас в показателе к лог t прибавится 2πi. Соответственно, ко всему общему зачету прибавится лог m. То есть e в степени лог m, ура, это будет m. То есть мы видим, что наш базис, вот это был базис пространства решений. Он взял и умножился на матрицу m. То есть мандромия сдается m. И воистину мы, значит, придумали некоторое расслоение, которое живет реально в кон XD, у которого мандромия такая, как заданная исходная. Есть вопросы? Вроде все понятно. Очень хорошо. Вот. Так, это я, значит, по поводу теоремы Делини. Ну а теперь при чем тут дифференциальная теория Гуа? Теперь, значит, собственно, связь с мандромией. Теперь это 1,3, теперь 1,4. Связь с дифференциальной теорией Гуа. Вот, ну, так, подробно все разобрали. Значит, теперь давайте положим, пусть x это, как раньше, гладкое проективное многообразие на c.
Вот. Даже давайте я напишу, даже так я напишу x с волной. Вот, вы поймете потом, почему. Значит, и пусть k большое, это поле рациональной функции на нем. Или то же самое, что мироморжных функций, поскольку гладко проективные. На x волной. Вот. Ну, значит, теперь мы давайте рассмотрим такое определение. Что такое, что среди всех конечномерных ДК-модулей, вот над этим полем мы сейчас будем обсуждать дифференциальную теорию Гуа над этим полем. Это такое геометрически важное поле, правильно? Поле всех рациональных функций на алгебрическом многообразии. Да, а дифференцирование имеется в виду, естественно, все. ДК – это просто будет все дифференцирования на С от К. Ну, который имеет размерность пространства дифференцирования здесь равна степени трансценденции, то есть размерность многообразия. Да, мы берем все дифференциальные поля, все векторные поля на x волны. Вот, и в общей точке смотрим. Так вот, дифференциальные модули над таким полем, они содержат некоторую полную подкатегорию. Поделим такую полную подкатегорию. Конечномерные модули с индексом лог. Логарифмические. Что это такое? Это множество всех m набла, таких что существует базис в m над k, такое что набла записывается в виде d минус некоторая матрица тета, а тета это какое-то некоторая n на n матрица с коэффициентами в омега 1 k, это если бы я не говорил никаких условий, но я здесь ставлю запятую и ставлю лог. Вот, я напомню обозначение, оно было на второй лекции, для теоремы Жунова было важно, что омега-1 колок – это некоторое k-маленькое векторное подпространство, не k-большое, значит, оно состоит из таких форм, рациональных форм, таких, что существует xd и x бирациональное x штриху, и такое, что омега принадлежит гамма от x, омега 1, x в угловых скобочках от d. То есть среди всех рациональных дифференциальных форм можно выделить класс логарифмических дифференциальных форм рациональных. Это такие, что значит, мы обсуждаем про поле. Когда мы говорим про поле, у нас нет никакой выделенной модели. Ну, значит, там есть такая выделенная гладкопроективная модель, есть какая-то гладкопроективная модель, и на ней просто 900 с простыми нормальными пересечениями, такое, что форма будет иметь регулярные особенности. Логарифмические особенности. Вот. Сейчас, ну, подожди. Что? Можно... Сейчас, x-штрих — это x-волной, правильно? О, пардон, да, это я немножко... У меня там было написано в моих записках штрих, но я подумал, что это как-то не очень красиво сейчас. Сейчас, но x-волной у тебя уже гладкое проективное. Да, но совершенно не факт, что если я возьму какую-то рациональную форму на нем, что если на какой-то модели она будет логарифмична для какого-то дивизора, то совершенно не значит, что на нашей модели тоже найдется дивизор, для которого она будет логарифмична. Ну, например, можно взять P2 и раздуть какую-нибудь точку. И у тебя может возникнуть дифференциальная форма на раздутии P2, рациональная, которая будет иметь логарифмические особенности вдоль исключительного дивизора и еще каких-нибудь дивизоров его пересекающих. Вот смотри, например, можно... у тебя вот берешь P2 и раздуваешь. Да, значит, у тебя раздутие какой-то в точке от многообразия, скажем. И здесь есть исключительный дивизор. И форма омега может иметь особенности вдоль Е. Вот. Но если при этом у нас есть исключительный дивизор, ну, скажем, он один, и тут целых три такие горизонтальные прямые, приходящие из исходной поверхности, но с разными... Пусть у тебя есть исходная поверхность. Тут есть ежик, который не является SNCD-дивизором, да? Но после раздутия он станет SNCD-дивизором вместе с исключительным дивизором. Потому что если три кривули, приходящие из нашу точку, они были гладкими в этой точке и имели попарно разные касательные пространства, прямые, то они будут пересекать Е в разных трех точках. И тут дивизор превратится в SNCD. Вообще, это общая идея, что теорема Хернеге, что любое подмногообразие может так по сравнению с раздутием всегда превратить в SNCD. Вот. Так вот,
наша форма омега, если она была логарифмическая на вот этой модели, вот, на Х, то она с необходимостью не будет логарифмической здесь. Почему? Она будет иметь, она таки будет, если она имела полюса первого порядка вдоль всех четырех нарисованных здесь дивизоров, то тут она что произойдет? Она будет иметь полюса первого порядка вдоль вот этих трех, то есть вдоль ежика. Но ей запрещено иметь полюса вдоль не SNCD дивизоров. То есть нет такого SNCD дивизора, чтобы она имела полюса первого порядка только вдоль него. Понятно, Вася? Mm-hmm. Да, окей. Okay. То есть именно, что мы выбрали какую-то удобную модель, пускай еще и на этой модели есть это самое. Но теорема Хернаки тебя учит, что это конвекция подпространства. То есть если есть две формы, у одной одна модель, у другой другая, всегда можно выбрать общую модель, которая все обслужит. То есть если есть какой-то конечный набор этих форм, то найдется общая модель. Это все теорема Хернаки. Вот. Ссылка, где про это подробно написано, и мне кажется, достаточно простым языком, но это совершенно не оригинальная ссылка, разумеется, это моя статья с Рослом. Угу. Сейчас, а камаленькая здесь это С. Что? Камаленькая здесь это С. Да, камаленькая здесь это С, но даже для того, что я сказал до сей секунды, это было, могло быть любой неалгебрический даже замкнутый поле в 40 ноль. Угу. Сейчас угу. Мы будем говорить о Долине, которая уже на С, которая прогломорфная функция. Окей. Значит, вот. Пока это просто любой поле в 40 ноль, но это недолго. Значит, замечание очевидное, что ну, не замечание, что, извините, что теорема Хернаки о разрешении особенностей, совершенно стандартное это рассуждение, следует, что у нас M принадлежит конечномерному ДК-модулю логарифмическими особенностями, ну, лог, потому что логарифмические формы. Вот. Вот это равносильно чему? Это равносильно тому, что существует XD, X бирационально X волной, и E набла из кон, вот как раз XD, такое, что E набла ограничить на C под X, который изоморфно C от X волны, то есть изоморфно K, вот это изоморфно на M. То есть, ну, тут у нас мы можем выбрать некоторый базис, так что все матричные элементы будут логарифмическими. Каждый будет на своей модели. Но можно выбрать общую модель, относительно которой все они будут дружно логарифмическими. Вот и все, что есть. Теорема Хернаки говорит, что если есть две формы с логарифмической особенностью, есть третья модель, я только что уже говорил, где она логарифмична. Вот. Хорошо, то есть смысл этих вот логарифмических расстояний с плоской связанностью, это то, что они происходят действительно из логарифмических расстояний с плоской связанностью на какой-то модели с SNCD дивизором. Вот. Ну и, кстати говоря, пример мы на самом деле рассматривали, что вот, то есть это некоторое, не пример сначала, а замечание, что легко видеть, что это полная тоннельская подкатегория. То есть среди всех расслоений с какими-то безумными особенностями, вот те, которые даются в логарифмическом форме, это полная тоннельская подкатегория. Тензорная подкатегория, замкнутая относительно подфакторов. Ну, это легко видеть. Просто потому что, ну, например, почему она замкнута относительно подобъектов? А это все из того, что вот этот функтор, следует из того, что вот этот функтор, который вот этот фи, он тоже замкнут относительно под объектов. Его образ замкнут относительно под объектов. Вот. То есть, если у вас есть расстояние, у которого мат связан с логарифмической особенностью, то под модуль там она тоже будет иметь логарифмические особенности. Сейчас там как не очень очевидно, вроде только почему он полный. Почему-то полный. Это когда определение просто. Это ее определение. Это определение. Сейчас. Да-да, это важный момент. Здесь морфизмов больше, чем между Е набла и, скажем, Е штрих набла штрих на кон Х, между Е1 набла 1 и Е2 набла 2 на кон Х, Д. Тут морфизм больше. Это именно что под категорию D комод, это по определению. То есть это мы приближаемся к тому, чтобы применить теорему Долини. То есть мы берем именно что вот мы как бы в общей точке определяем кон рек У в общей точке.
То есть по смыслу просто я так напишу, что это конрек У в общей точке. Когда У стремится, значит, когда У стремится, как бы сказать, ну, уменьшается, все больше уменьшается. Общая точка. Вот. Окей, да, ну еще пример такой у нас, кто-нибудь помнит, что на самом деле мы уже рассматривали фрагмент этой категории? Когда? Ну вот когда мы создали дифференциальный Пикар. У нас есть дифференциальный Пикар, это объект ранга 1 вот в этой категории. И у нас там была целая машинерия по поводу того, что есть такой логарифмический Пикар. Это и буквально были такие расстояния с плоской связанностью, которые там задаются уравнением dy равняется омега y, где омега — это логарифмическая одна форма. То есть это буквально объект ранга 1. В декомоды фок. То есть мы как бы, вот кусок этот пикар, который допускал геометрическое описание, это был пикар вот этой логарифмической подкатегории. Окей, это просто к тому, чтобы уже все было. Хорошо. Так. Что тут у меня еще какое-то замечание? Сейчас, секундочку, о чем я хочу сказать. Да, напоминание, что если есть точка из U от C, вот пусть U и X как выше. То тогда она определяет AX, это алгебра PV, для чего? Для расстояния с плоской связанностью. Это под алгебра где? В OXXAN, в слое пучка голоморфных функций в точке X. Над ним все решается по теореме Каши-Ковалевского. Вот это алгебра Пикара весело будет. Для чего? Для всех возможных расстояний кон-У. Вот. Ну и теперь, значит, главное утверждение, что для любого логарифмического дифференциального модуля, теперь я скажу вот главное утверждение, как бы обшот всего, что было. Существует эквивалентность категории Танаки, мы можем рассмотреть под категорию, порожденную им. Можно посмотреть под категорию, порожденную соответствующим аналитификацией. Вот. Это будет эквивалентность категорий. Причем здесь функтор слоя задается вот этой алгеброй Пикара VCO AX. То, что вот, как бы, вот этот кусок, это то, что у нас было буквально в прошлый раз. А вот этот, это функтор слоя омега X, задающийся слоем расслоения, который задается группу Андромеи. Эквивалентность категорий. Понятно? Ну, это моментальное следствие теоремы Грина. Вот этой. Крутой теоремы. Просто мы дальше должны перейти к пределу по всему. Доказательство, значит, ну, во-первых, по теореме Делине. Сейчас, а можно вопрос пока перед тем, как ты начал доказывать? Да-да-да. Сейчас, а нам принципиально было важно, что X-волной гладкое проективное? Вроде хватает, что оно само SNCT просто. Кто, как? И... Кто где SNCT? Ну, ты там везде работал на X-волной, и оно у тебя было гладкое проективное. Вот это вообще... Потому что теорема Делине. Потому что если ты хочешь утверждать теорему Делине, то здесь их должно быть проективным. Нет, ну,
Сейчас. Ты берешь свое проективное многообразие, и ты условия, где играет роль проективность многообразия? Она играет роль ровно здесь, в определении лог. Я требую, чтобы как бы у меня были алгоритмические особенности везде на всем многообразии x. Это ограничение на особенности дифференциальной формы. Быть логарифмической. Да. Я требую, что я эти условия проверяю, это локальные условия, во всех, даже, которые должны быть выполняться во всех точках. То есть я требую, чтобы везде на всем многообразии она бы имела логарифмические особенности. Моя рациональная один форма. Сейчас, но она имеет особенности на иксе, а не на икс волной. Ну, то на икс вроде вот... это одно и то же. Форма, рациональная форма — это одно и то же. Рациональная форма на дистанциальных многообразиях — это логически одно и то же, у них поле функции. Ну ладно, ну ладно. Окей. Да, она имеет особенности во всех точках с волной, а что значит хорошая особенность в этой точке? Ну, значит, что в этой точке локально там можно все раздувать, так что после раздутия, это локальный слой просто, у тебя останется SSD, и она будет иметь вот такие логарифмические особенности для SSD, как-то в смысле угловых скобочек. Ну, ладно, окей, понятно. Ну вот, то есть это эквивалентность категории, просто теорема Делине. Ну, плюс такое важное обстоятельство, теорема это Делине эквивалентность категории, еще надо использовать упражнение, которое у вас было, что если у вас есть R, это DR простое кольцо, то тогда у вас из категории DR модулей, конечно, порожденных, DK модули, да, K это поле частных, это более честно. Дверь закрой просто. Игорёк, дверь закрой. Да, конечно. Вот. ДК, ДК модуль, он полный и замкнут относительно подфакторов. Помните, там в третьем листочке было такое упражнение? Или в третьем. Вот. Ну, это все потому, что если там он был бы неполный, если бы какой-то нетривиальный подобъект, то у вас бы сразу там возникал нетривиальный дифференциальный идеал. И это к тому, что вы можете использовать теорему Делине применительно U, наше U это будет R, это будут функции на U. Вот. Вы можете теорему Делине использовать в неком конкретном U, но потом вы раз переходите на общую точку. Когда вы переходите от U к K, это даже никакой не предельный переход, это просто эта категория, порожденная M, что она порождена как вот в категории кон-у, которая в Делине, что она в категории кон-у, что она в категории, когда мы перейдем на общую точку к, это будет та же самая категория. Вот. Ну, а почему изоморфизм функции условия? Это некоторая приятная тавтология, значит, итак, как устроен функция условия омега АХ, куда он посылает Е-набла? Лучше сказать M. Ну да, пусть выберем модель, там, пусть Е-набла в общей точке равно M, да? Тогда куда функция слоя, значит, куда омега АХ переведет M? Что это такое? Ну, мы должны взять, потензорить E над функциями на U, на аналитические функции, и взять DU инварианты, правильно? Ну, потому что это решение Пикар-Весело, вот, значит. Я, вернее, должен здесь написать А, ну, давайте здесь А напишу, АХ, может, я должен написать. Но это ответ будет тем же самым. Если она уже имеет много инвариантов над АХ, то и над тем же АХ. Вот это вложено в E-тензор над C от U, АХ. Что вложено в E-тензор, давайте я уже теперь на локальную функцию умножу. На пучок гламошных функций. Ну, U или X я могу написать локально. Вот, теперь отсюда у меня есть факторизация по максимальному идеалу аналитическому в точке X. И куда я попаду? Я попаду в точности в слой E в X. Ну и вот, эта вот композиция будет изоморфизмом. Легко видеть. Просто потому что вот эта вещь, она изоморфна вот этому векторному пространству по тензорить на функцию x. Поэтому, когда мы проведем по максимальному идеалу, мы получим отрисление вот этого с этим. Композиция – это изоморфизм. То есть пространство, вот это что такое? Это пространство горизонтальных сечений. То
То есть пространство горизонтальных векторов, мы это уже использовали, когда говорили о Вандерми, на самом деле, горизонтальных векторов, оно изоморфно слой расслоения. Пространство вокруг x, слой расслоения в x. Ну, потому что вот у вас есть точка x, вот у вас есть какой-то маленький диск, вот вы решили, вот, и вы, у нас есть параллельный перенос. Ну, и, значит, параллельный перенос, пространство решения, вот оно, пространство, это такие сечения горизонтальные. Если мы их возьмем, ограничим на слой над x, то это даст изоморфизм пространства горизонтальных с их значениями, с их пересечениями в слой на точке x. Понятная картинка? Вот. Ну, и отсюда приятное следствие, собственно, ради которого весь этот длинный разговор затевался. Следствие. Ну, во-первых, C — это замкнутое поле, поэтому есть группа, дифференциальная группа Гула, и они все друг друга изоморфны с замкнутыми полями, потому что Пикар весь его изоморфны. Поэтому корректно сказать, вот дифференциальная группа Гула. Дифференциальная группа Гула M, который конечномерный ДК-модуль с логарифмическими особенностями, совпадает как подгруппа, ну, построенная, давайте лучше я выберу даже построение, построенная по вот этому AX, где AX это слой, то, что в прошлый раз мы использовали, алгебру Пикар-Весёва, аналитическая алгебра Пикар-Весёва. Так вот, совпадает как подгруппа в, значит, EX с образом мандромии замыкания Пазариски. Не в EX, а подгруппа в GL. Вот, вот мы доказали культурно, без вычислений, без всяких, используя теорему Делини, в многомерии мы доказали, что, значит, дифференциальная группа угла, она из замыкания Пазариски мандромии. В случае, это очень важно, если у вас не произвольными рациональными функциями многообразия заданной модели, а только логарифмическими формами. Понятно? Да, это круто. Что? Да, да. Понравилось? Нет, прикольно. Да, это на самом деле было в случае, когда база это там P1, или может даже именно поверхность, это там в 19 веке доказал Бергов. Вот, явными вычислениями. Ну, как, то есть это вот, когда зарождалась просто дифференциальная теория Гула, тогда, собственно, народ и они как бы пытались придумать замыкание Пазариски в Андромии, как-то его там, как симметрия пространства решений. Ну, они, конечно, у них не было формализма Пикар-Весёва тогда еще. Они просто говорили про симметрию пространства решений. И вот он показал, что если там можно задать виды там dz на z, dz на z минус c, вот таким образом напрямую можно проективный, геометрически говоря, задать дифур. Короче, есть какое-то линейное дифференциальное равнение, вот, за которое коэффициент типа там имеет полюса первого порядка, вот, сумма таких там dz на z минусы, c и t, вот, то тогда симметрии пространства решения совпадают с замыканием Пазариски в Андромии. Ну, это там, значит, явно как аналитически была проверка какая-то, вот. Ну, а теперь, видите, это благодаря тут совершенно общее утверждение в многомерии абсолютно такое. Вот. Сейчас, это, кстати, вообще реально проверяемые условия, то есть вот есть, что она принадлежит такому-то. Если, например, кто-то принес ее же с такими уравнениями, то это не надо ничего проверять, да? Нет, ну так, я не знаю, как проверяем. Нет, ну... Просто не очень понимаю условия, что тебе там нужно брать бирациональный морфизм, смотреть там... Да нет, ну такое на практике происходит, что тебе уже принесли какой-то xd, и все, и вот у тебя есть расслоение с рациональной особенностью, с логарифмической особенностью вдоль d. Уже вот есть xd, есть формы с угловыми скобочками. А, окей, да. Не, ну а так, что значит явно? У тебя нет никакого явного описания полей функции многообразия, если мы занимаемся специальной геометрией. Хорошо, так, это я рассказал, теперь приложение у этого, собственно. Приложение очень любопытное, а именно то, что обратная задача теории Гула очень легко решается на Риммановых поверхностях. Это будет последний по сюжете в этом сюжете. Вы как сегодня, спешите, нет? Потому что я тут еще заготовил много всего интересного, и сегодня, наверное, последняя лекция, поэтому не против, если я могу сегодня немножко подольше. Там как, нормально у вас?
Но подольше это где-то до 8 или еще подольше? Не, ну до 8. Ну да, наверное, до 8, да. Нормально? Нет, до 8 нормально. Хорошо. Вот. Там много всего еще интересного. Вы видите, у нас, конечно, пропали немножко лекции, отчасти из-за того, что был коронавирус в апреле, отчасти из-за праздников. Конечно, много интересного не успел я рассказать. К сожалению. Вот. Значит, мы только подошли к самому интересному, на самом деле. 1.4. Так, 1.5. Вот, это обратная задача теории Гува. Значит, пусть поле К это будет С от X с волной, а X с волной, ну или это то же самое, что X, они все друг друга представлены, это гладкая проективная кривая на С. Ну, то есть компактная ревная поверхность. Тут уже x волна обязательно равен x, потому что если кривые берцали, они изоморфны. Все знают. Вот. Ну и дифференциал, значит, одномерное пространство дифференцирования. Вот. Как и раньше, все дифференцирование берем. Вот. Тогда теорема. Для любой алгебраической подгруппы в G ряд C существует M, и даже на самом деле он будет лог, такое, что дифференциальная группа угла M изоморфна G. Круто, да? То есть, ну как бы... Дифференциальная теория угла — это такой аналог классической теории угла. Понятно, что, наверное, естественно считать, что аналог Q или числовых полей — это поля функций на ревной поверхности в этой теории. И над ними очень легко решается обратная задача теории угла. Это знаменитая теорема такого Третьякова. Вот. Но это тоже элементарно совершенно. То есть это, собственно, по-моему, 19 век, это из этого сразу же все поняли, что след из теоремы Бергофа. Ну вот. Ну а мы это, значит, выйдем тоже как вследствие из нашей этой теоремы. Но тут надо использовать ровно один факт важный, который хорошо известен в теории групп, что существует конечное множество элементов из G, таких что G – это замыкание Пасадинских подгрупп, рожденные в 1mn. Любая алгебраическая подгруппа в ЖНЦ, она порождена вот так вот, как бы, конечно, порождена в смысле замыкания Зарискова. Ну и после этого, в общем-то, доказательство очевидное. Может, даже уже кто-то из вас предложит, как решать обратную задачу дифференциальной теории угла. Уж как топологи вы должны это легко понять. Сейчас, на тебя P1 от кривой, это свободная группа. Правильно. Фактор, ну и вот надо их отправить в M1M1. Да, ну фактор по, но мы же обсуждаем что? Мы же обсуждаем ρ. ρ, я замечу, это что такое отображение? Я вот здесь добавлю, напомню, что ρ это P1 от чего? От U. G Е на X. U. U это какое-то открытое подмножество, и у меня расстояние с плоской связанностью. Вот. Ну, значит, тогда... Тогда, если я выберу достаточно много точек из ревной поверхности любого рода, то я получу свободную группу с достаточно большим числом образующих, правильно? И привет. Вот, значит, теперь, ну так не совсем привет, мы используем как бы вот, ну, в случае ревных поверхностей теорему Делини. Потому что, значит, выберем, существует, конечно, U, в X открытое, не пустое, такое, что P1 от U от C, это свободная группа с n-штрих больше на n образующими. Каким-то гамма-1. Гамма-n-штрих.
Вот, значит, соответственно, рассмотрим представление ρ из π1 от ОС в ЖРН С, ну, который понят, что гамма-ИТ переводит либо в МИТ, если это первое n, ну, либо в одиннадцать, например, если и больше, чем n. Да, все, прекрасно. Тогда мы получаем, что имро позариски это как раз наша группа G. Вот, но теперь, значит, под линию, ну, в случае юных поверхностей это классика, Бергов, существует некоторая с логарифмическими особенностями, значит, D, ну, вот как обычно, U равно X без D, конечное множество точек. Вот, логарифмическое основание ДД такое, что ρ – это монодромия для Е-набла. Это, собственно, я сейчас использовал существенную теорию, ну, вот эту вот теорему Делине, да, здесь было сказано, что мы можем любое аналитическое представить некоторым сингулярными особенностями, так что монодромия у этого Е-набла штрих, монодромия у Е-набла штрих будет как раз такая, как вот исходная. Вот. Ну и, значит, дальше теперь по теореме, не по теореме, по последствию. То есть на этом шаге, когда мы имеем представление, мы получаем, как бы, применяя Риббона Гиббса, ни о чем не думая, получаем некоторое гламурное расслоение с аналитическими, связанное с аналитическими функциями. Но его можно регуляризовать, представить как такое расслоение, да еще логарифмическое, с алгебраическим, да еще логарифмическое. Это значит теорема Бергов или Делине. Вот. Ну, а кроме того, по нашему следствию, получается, что его группа угла все окей для М. Это Е-набла ограничивает точку К, общую точку. Вот так. Хорошо? Есть вопросы? Вот. Теперь давайте вторую вещь расскажу. Совершенно другую теперь, которую рассказал. Это приложение к решению уравнений в специальных функциях. И в конце, если хватит времени, расскажу про контрпример Делине, который я все время рекламировал. Итак, решение в специальных функциях. Значит, о чем идет речь? Ну вот, давайте ведем такое, мы сейчас как бы алгебраически обведем, что такое некоторый класс специальных функций. Итак, пусть сейчас вернемся на абстракцию. Пусть КД это, как обычно, какое-то абстрактное дифференциальное поле. Все, комплексная история кончилась. Вот, значит, критерийский ноль, как обычно. Наше стандартное обозначение. К-маленько это его инварианты. Вот. Хорошо. Тогда, значит, определение. Лиувилевое расширение. Любили вы расширение? Это минимальный класс расширений. Дифференциальных полей. Замкнутые относительно композиции расширений. Конечное расширение. Расширение Пикара-Весио. Значит, конечное расширение, они, конечно, являются все расширениями Пикара-Весио. Помните, это было такое упражнение, там даже и в прошлый раз я говорил, что любое конечное...
Сейчас, пардон. Любое... Да, окей. Любое конечное расширение, оно, может быть, не является расширением Пикара-Весело, но его можно как бы нормализовать до расширения Пикара-Весело, просто посмотрев расширение Пикара-Весело для поля как над собой. Вот. Конечное решение можно считать, что Пикара-Весело, поскольку все замкнуто на сильной композиции, да? То есть у нас есть какое-то есть конечное решение, оно не Пикара-Весело, его можно продолжить, скомпонировать с еще одним конечным решением, так что все вместе станет уже конечным решением Пикара-Весело. Теперь решение Пикара-Весело с мультипликативной группой. Группой Глуа. С мультипликативной дифференциальной группой Глуа. Что это означает? То есть группа Глуа G над K чертой изоморфна GM в какой-то в n-той степени. Значит, у нас есть такие алгебраические группы, мультипликативные. Я приведу пример сейчас группы, которая мультипликативная, но не знал, что более на D, но не такая. Вот. И последнее – это расширение Пикара-Весело с группой Глуа GA. Ну и вы мне скажите, как они все устроены? Расширение с группой Глуа GA. Это там одно из упражнений было в третьем листке, но я про это говорил несколько раз на лекциях. Ну, любое решение с группы Глуа GA, то есть K содержится в K от интеграла от некоторой формы омега, где омега равно нулю, где омега это какой-то элемент из омега K. Ну, на эту тему есть упражнение в третьем листке в самом начале, такой базовый момент, что все решения с помощью GA это интеграл от форм. Вот. Значит, замечание, что расширение с помощью GM K в расширение Пикара-Весело GM это равносильно тому, что с подгруппой GM с подгруппой GM, ну, любая подгруппа GM это либо GM, либо конечный, так что все сюда заходит в расширение. Равносильно тому, что K это E в степени интеграл от омега, где тоже D омега равно нулю. Омега из омега К. Вот. Ну, это были такие два упражнения, но это легко видеть. Ну, например, как понять первое, что, хорошо, вы говорите, у вас группа GA. Ну, значит, категория дифференциальных модулей, она эквивалентна представлению GA. У представления GA есть одно такое выделенное точное представление, именно, например, треугольное. 1, А, 0, 1. Вот. Это будет соответствовать некоторому дифференциальному модулю, ранга 0, ранга 2. Он будет решением тривиально с помощью себя. Ну, тривиальное решение с помощью тривиальной с помощью себя, мы знаем, чем сдаются. Они как раз меряются первыми когнологиями драма. То есть форма омега, которая дифференциал равен нулю. Ну, так. Вот. Ну, а здесь надо рассмотреть, у группы GM идет логическое представление. Вот. Еще пример группы, которая мультипликативная группа, но не GM. Вот когда K маленькая, это вещественные числа. На эту тему там тоже есть упражнение. То тогда можно рассмотреть группу SO2. SO2 – это все матрицы AB минус BA. 0b минус ba. Алгебраическая подгруппа в GL2R. Вот. Но над замыканием на C она изоморфна GM. Это одномерная алгебраическая группа, она изоморфна GM. Но так это GM вообще-то не изоморфна. Правильно? Ее точки это... Я что-то не записал. Сейчас. Нет, я все не так сказал, извините, пожалуйста, я какую-то полную вред говорю. Ставится, я сотру. Что такое SO2? Это, конечно же, не так, как я сказал. Всевозможные AB минус BA. Значит, такие, что A квадрат плюс B квадрат равно единице. Вот такое SO2. Ортогональная группа с облитием 1. Но это как бы то же самое, что группа комплексных чисел с нормой 1 по умножению. Вот. Ну и вот такая вещественная алгебраическая группа, которая на C изоморфна GM. Но сама она не изоморфна GM. Вот. И можно показать, что тогда расширение K с SO2 значит, ну вот можно показать, что раз он с SO2 означает, что след, а след это 2, это тривиальная вещь,
Вот, но если бы а был тривиальным, то можно было бы от а избавиться, а поскольку 2 тривиально, то после квадратичного расширения СС2 это то же самое, что значит, К возможно в каком-то квадратичном расширении. Вот. А здесь будет стоять некоторое F, где F это E от косинус от интеграла омега синус от интеграла омега. Ну, собственно, где и косинус, там и синус. Вот. Где, опять же, омега до омега равно нулю. Вот. Потому что это будет задаваться такой матрицей, это будет соответствовать дифференциальному модулю с матрицей 0 омега минус омега 0. Вот. Это, опять же, если посмотреть на двумерное представление группы СО2, это будет соответствовать некоторому двумерному модулю, на нем действует С, в общем-то, упражнение было на эту тему. Раз действует С, то это некоторое ограничение скаляров некоторого одномерного модуля с КЦ. Вот. Ну и дальше все одномерные модули, мы знаем, как устроены. Тут еще и след тривиальный должен быть. Вот. Хорошо, то есть это на самом деле, мы видим, что если на ДР, да, и последний факт, что любая группа G мультипликативного типа, мультипликативная над R, она обязательно имеет такую фильтрацию нормальными подгруппами. Существует фильтрация нормальными подгруппами. Такая, что ее последовательные факторы, они изоморфны либо GM, либо SO2. Вот. Ну и поэтому следствие, что если поле К равно С, то тогда Лювилевы это равносильно тому, что присоединение алгебраических функций, интегралов от E в степени интеграла от омега и просто интеграла от омега. Вот. А если K равно R, то Лювилева это равносильно тому, что присоединение опять же алгебраических функций E в степени интеграла омега, косинус от интеграла омега, синус от интеграла омега и просто интеграл от омега. И композиция всех таких. Понятно? То есть берем какую-то форму, интегрируем ее, потом берем там от нее какой-нибудь, берем там, не знаю, квадратный корень из нее, потом берем E в степени там что-нибудь еще с ней связанное, вот, вот так, в общем, делаем много раз, да? Вот. Это Лювилевы функции. Значит, чем это интересно? Ну, вот такие вот как бы явно, то есть задать функцию как Лювилевую функцию, понятно, что это некоторый хороший способ задать ее в явном виде. Вот. Синусы, косинусы, E. Интегралы. Вот. Значит, интеграл это две формы. Так вот, теорема. Что, и, а, да, еще замечание. Замечание сделать, что небольшое замечание, что класс Лювилевого расширения пусть у нас дано, они замкнуты как бы относительно подфакторов расширений. Что я имею в виду? Что пусть у нас дано башня расширений, К в Е, В в каком-то L. И если К над L Лювилева, то F над E Лювилева. А, наверное, я должен был сказать относительно композиции решений под решение. Это, наверное, надо было просто явно сказать. Ну, то есть, по рабочей крестьянски означает, что мы Лювилевы функции, это те, что присоединяются при Лювилевых решениях, все функции, которые вот такими операциями получаются. Вот. Ну, и еще одно важное замечание, что Лювилева, это не обязательно Лювилева может быть не Пикаро-Весио. Мы нигде не говорили, что это решение Пикаро-Весио, просто решение дифференциальных полей. Ну, примерчик такой можно привести, что сначала вы берете, присоединяете какое-то поле Е, которое К от интеграла, от Е в степени интеграла омеги.
Вот здесь группа угла GM, допустим. Вот, а потом берете это Люмилево расширение, правда? Потом берете еще одно Люмилево расширение с группы угла GA. Вот, это будет E от интеграла от некоторой формы это, где, значит, это что такое? Это один формы E. Это равно нулю. Вот, но все расширения с группы угла GA, они определяются классами прямой в H1 DRAM. Однозначно задает L. И тогда упражнение такое, что K в L Picard VCO, тогда только тогда, мы еще, может быть, контейнер будем использовать, тогда только тогда, когда вот эта прямая инвариантна относительно действия GM, который группа угла E над K на первых угловых драма. Значит, у нас автоморфизм поля E над K естественно действует на первых угловых драма K маленько линейным образом. И тут есть K маленькая прямая. Эта прямая должна быть инвариантна, то есть какое-то собственное значение должно быть. Это собственное значение, как бы это будет соответствовать одномерному модулю, некоторому одномерному представлению, которое будет GM. В общем, короче говоря, если это прямая не инвариантна, то тогда можно проверить, что это не будет Picard VCO. Ну, это с другой стороны говорит, что пусть у вас есть расширение, пусть оно Picard VCO, тогда возникает такая группа, которая фактор GM и ядро GA. Таких групп ровно две. Это либо прямое произведение, либо группа аффинных преобразований прямой. И группа аффинных преобразований прямой имеет точное двумерное представление с определенными свойствами. Это расширение тривиального с помощью такого характера. Вот. Ну и дальше вы смотрите на дифференциальных модулях. Это будет расширение тривиального модуля с помощью одномерного. И смотрите, как устроена матрица связанности, может быть, и получаете все эти ваши условия. Вот. Есть вопросы? Вроде нет. Хорошо. Вот. То есть любили бы не обязательно Picard VCO. А теперь теорема, что если Picard VCO, если мы знаем, что у нас есть решение Picard VCO, то есть, например, оно получилось как решение какого-то дифура. Теорема. Пусть КВЛ это уже Picard VCO. Тогда КВЛ Люмилево равносильно тому, что G0 разрешимо. Где G0 компоненты связанности. Пример. Ну, вот у нас был хороший пример уравнения Эйри. Помните, что пример у нас был пример, когда в конце прошлого раза мы посчитали дифференциальную группу угла, она была полностью SL2, когда, например, такой дифур решали d квадрат f минус 0, где f это некоторый полином переменной z. Вот тогда его решение, значит, если степень f нечетная, тогда группа угла это вся SL2C. Это простая группа, неразрешимая. Следовательно, решение вот этого уравнения d квадрат y равняется f умножить на y не Люмилево. Например, если d квадрат y равняется z умножить на y, это называется уравнение Эйри. И его решение должны такие спецфункции a от z, b от z, это его решение, элементарная масса решений, что они не Люмилевы. Вот так. Ну, вы понимаете, это аналог теоремы Абелева в обычной теории угла, там про уравнение пятой степени и так далее, с которой, можно сказать, все начинают учить теорию угла. Вот. Доказательство, как в той, в общем, теоремы Абелева, после того, как у нас уже есть аппарат теории групп, он, в общем-то, банальное доказательство. Ну, давайте его для полноты скажу. Абсолютно естественное и понятное доказательство. Значит, ну, во-первых, в одну сторону
пусть оно, наоборот, в другую сторону, пусть оно имеет разрешимую группу ГУА. Вот. Но тогда любая разрешимая группа, значит, да, ну, во-первых, она разрешимая компонента связности. Чему соответствует компонента связности? У нас имеется вот L, K, здесь группа угла G. Вот, здесь есть некоторое поле G0, здесь группа угла G0, здесь группа E, здесь группа угла G по G0. Это конечная группа, конечная групповая схема. Вот. И помните, было в прошлый раз, что E – это алгебраическое замыкание K в L. Вот. Ну, то есть, поэтому достаточно считать, можем считать, что G равно G0. Да? Мы хотим доказать Liouvilleовость. Liouvilleовость – это последовательность Liouvilleовых решений. Ну, решение E над K Liouvilleова. Поэтому, если мы покажем, что L над E Liouvilleова, то, значит, L над K будет Liouvilleова. Ну, поэтому давайте считать, что K равно E. Вот. Но если, если группа связана, значит, ну тогда у нас дальше тогда есть такой способ. Нет, ну или даже не связано, просто давайте я продолжу, что вот эту башню фильтровать, продолжим фильтровать. Дело в том, что у любой связанной группы, если она разрешима, у нее есть такая точная последовательность. У нее есть некоторый тор, который фактор. И пронепатентный радикал. Давайте, можно считать, не буду ничего говорить, это не обязательно считать. Это вопрос обозначения. Значит, это первый шаг, что у нас есть вот такая башня. Второй шаг, что есть точная последовательность функциональная. Любая алгебраическая группа, если она разрешима, она устроена линейная связь, она устроена так. Это решение тора, где это мультипликативная группа. Тор – это синоним слова мультипликативная группа, а это унипатентная группа. Вот. Ну и вот, собственно, тор. То есть, таким образом, есть у нас здесь вот с группой U некоторое решение F, а здесь группа угла T. Ну, F над E Liouvilleова. Вот. А почему L над F Liouvilleова? Значит, F над E Liouvilleова по определению, потому что это тор. Мультипликативная группа. Вот. А почему L над F Liouvilleова? Ну, кто скажет? Вась, ты точно должен сказать. Сейчас, потому что оно же А фильтруется. Потому что фильтруется же А, и все. То есть это последовательное присоединение интегралов от замкнутой формы. Но каждый раз замкнутые формы на новом поле берутся. Они скрицательно в новом поле могут быть. Вот. Liouvilleова вот так, как значит, вот это У фильтруется с присоединенными факторами. Унипатентная группа. Унипатентная, даже. Фильтруется с присоединенными факторами. Жа. Ну, то есть, собственно, вот мы видим понятие Liouvilleовости. Вот, вот все возможные Liouvilleовые решения, это все возможные, которые могут получаться из разрешимой группы. Вот, собственно, их смысл. Это тавтология, как бы. Вот, ну, а теперь единственный малюсенький технический момент, как доказать в обратную сторону, ну, совершенно стандартным образом, ничего придумать не надо оригинального, как в обычной теории Блуа. Значит, пусть у нас теперь наоборот дано, что пусть КВ Liouvilleова. Тогда, ну что такое Liouvilleова? Оно не обязательно, значит, само, вот не надо никогда говорить, что само L получается как последовательность каких-то решений. Тогда его можно вложить. То есть тогда возникает такая картинка. K вложено в L. Есть такая башня. K0 вложено в K1, вложено и так далее, вложено в какой-то Kn или вложено туда же. Тогда существует такая башня, где что? Где можно считать, что Ki плюс 1 над K это Пикар VCO с простой группой ГУА. Дифференциальной группой ГУА. Почему? Ну, давайте посмотрим. Все. У нас Liouvilleovo решение является композицией, ну, с точки зрения вот глупости с конечной штукой. Давайте, вы понимаете, что конечная это вообще не играет никакой роли. Тут действительно давайте считать, что значит, будем, можно считать, что G равно G0. Вот. Значит, ну и тогда у нас все расширения, которые Liouvilleovы входят, они конечных там не будет решений, поскольку G равно G0. Вот. Тут будет возникать решение с такой группой, с такой группой. Ну, G это простая группа, а если у тебя есть тор какой-то, может быть, он непростой, ну, значит, мы фильтруем его простыми группами. Поскольку есть такой вариант, как размерность алгебрической группы, то понятно, что можно всегда выбрать такую последовательность нормальных подруг, что факторы будут простыми. Вот.
простой дифференциальной группы Гуа. Ну и она, значит, либо она ТОР, либо она же А. Вот. Ну и тогда что надо рассмотреть? Надо просто рассмотреть L пересечь с H1 внутри Kn. Тогда есть разные варианты. L пересечь с H1, это будет что? Это будет L, это Picard VCO. K0 в K1 тоже Picard VCO. Значит, это будет некоторое промежуточное Picard VCO. Но оно может быть либо K0, либо K1, потому что у него же должна быть какая-то дифференциальная группа угла. Она будет фактором группы угла K1 от K0. То есть это либо K0, либо K1. Вот. Ну и тогда дальше теперь нужно вести индукцию по такой штуке. Можно сказать размерность G плюс N. Вот. То есть в случае, когда это K0, то мы видим, что, ну хорошо, K1 не пересекается с K0. Но тогда группа Гуа L над K, она изоморфна, в нее изоморфно отображается группа Гуа композита LK1 над K1. Ну, потому что если поля линейно разделены, вот они не пересекаются, то группа Гуа, значит, у них изоморфна. Вот. Ну, то есть мы хотели доказать просто разрешимость группы Гуа G, давайте вместо этого докажем разрешимость такого композита. Но тут уже N уменьшается. N меняется на N-1. Правильно? Здесь для поля, для расширения LK1 от K1 его можно вложить в Ювилевское уже посредством K-N-1 шага. Вот. А если это K1, ну тогда отлично. Тогда, значит, давайте тогда просто мы можем смотреть группу группа G, которая GLK. Она селективно отображается нетривиальным образом в группу H, которая группа угла L над K1. K1 вложена в L. Вот. Ну и тогда у нас размерность G уменьшается до размерности G-1. Вот. В общем, в любых случаях либо уменьшается длина вот этой фильтрации, башни вот этой, либо уменьшается размерность группы, потому что мы отщепляем от нее кусочек фактора. Да, ну и понятно, что если мы, если селективный гомоморфизм какую-то же или же, или мультипликативную группу, если ядро разрешимое, то тогда сама группа разрешимая. Здесь же H, она же разрешимая. Вот, то есть, в общем, это такая тавтология. Понятно? Есть вопросы? Вадим, да, все хорошо? Вроде да. Вот, ну вот, то есть, видите, тем не менее, это вот ровно как раз такое яркое представление, то, для чего было нужно придумать дифференциальную теорию Гуа. Вот мы действительно доказали, что функции Эри, например, они не представляют себе таких ювилевских посредственных интегралов. Это то, как вот теорема Абеля. Вот, ну а теперь вторая вещь, решение в Лювилевых, давайте мы это назовем лучше в Лювилевых функциях. Вот, но заметим, что решение в Лювилевых функциях это довольно много всего. Мы туда присоединяем Е в степени, мы можем брать интеграл от омега, и можем брать Е в степени интеграла от омега. Но даже когда мы прибираем интеграл от омега, то есть мы, получается, Лювилевыми функциями являются интегралы от всех функций, которые там не берущиеся интегралы. Вот. И интересно придумать, какие, понимать, как, про какие-то интегралы берутся они или нет. Но тут по определению в Лювилевых функциях все интегралы берутся. Поэтому, естественно, рассмотреть другой класс функций, они называют элементарными обычно, где мы будем брать только берущиеся интегралы. И тогда функция элементарная, это будет разговор о том, можно ли взять интеграл или нет. Элементарная функция, так сказать. Значит. И сейчас дифференциальная теория Гуа тоже поможет ответить на этот вопрос. Это будет как бы наша кульминация. Вот, так. Решение дифферов в элементарных функциях. Значит, идеи мы хотим исключить интегралы.
Но оставить. Тоже метод интеграла оставить? Оставить. Есть степени что-то, и логарифм еще оставить. Ну и там косинус, синус еще. Это если поле там не замкнутое какое-то. Вот. Да, значит, еще одно замечание, замечание простое, что про Лювилевые функции, давайте я здесь скажу даже замечание, про Лювилевое расширение, что замечание, что Лювилевус не зависит от расширения скаляров. КВ Лювилева, тогда только тогда, когда как с чертой, ВЛ как с чертой Лювилева. Ну, это легко видеть из определения тоже. А еще можно сказать из этого критерия ГУЛА, что вообще группа разрешима алгебраическая, это тогда, когда она замыкаемая разрешима. Это совершенно одно и то же, что есть последовательность фильтрации, так что определенный фактор Абелев. Ну вот, в смысле алгебраических групп. Вот, ну и на самом деле, поэтому мы сейчас ведем определение такое, что расширение КВЛ элементарное, если над замыканием оно элементарное, вот, а для k равно k чертой элементарность определим следующим образом. Значит, мы хотели определить элементарность таким образом, что это, значит, опять же, замкнутое, то есть относительно композиций, подрасширений. Это как раньше. Теперь дальше конечное расширение. А теперь элементарные интегралы, а именно логарифмы от f. Какого-то А, а также К вложено в К от Е в степени А. Значит, это надо объяснить, что здесь сказано со строгой точки зрения. Со строгой точки зрения здесь сказано следующее, что мы среди всех расширений СЖА будем смотреть только элементарные расширения СЖА. Что такое элементарное расширение СЖА? У нас есть вот логарифм А. Его дифференциал это будет dA на A. Не любой формы, а dA на A. И это k от e в степени h'. Интеграл от h'. Вот. А интеграл от dA, прошу прощения, лучше сказать. H' от dA. У нас все вариант дифференциальной формы от dA. То есть мы в качестве омеги, в случае, мы берем не все расширения с группой ЖА, как раньше, интеграл не от всего, чего угодно берем, а только интеграл от форм, который имеет вид да на. И экспоненты берем не от любых интегралов форм, а только имеющие вид да. Тогда как бы интегралы вообще сокращаются, получается лог а я. Вот. То есть можно определить, что такое элементарная, значит, элементарная один форма, что вот ваш один dk от k определим такое k-векторное подпространство, состоящее из элементарных. Или просто L лучше. Это K-линейная оболочка всех классов DA делить на A. То есть понятно, что там, если мы возьмем нужно какую-то константу там, на π, DA на A, она уже не будет иметь такой вид. Не обязательно. Вот. Но, ну и сумма таких тоже не обязательно будет, тем более с коэффициентами. Но вот мы берем длинную оболочку, всех возьмем, да она. Это будут интегралы таких штук, это будут называться элементарными. Вот. Ну а в пикаре дифференциальном k тоже можно выбрать элементарный. Значит, пикар соответствует, почему группа пикар? Потому что вот эта группа H1, прямые в ней соответствуют решению с помощью ЖА. А подгруппа в пикаре, это у нас было, соответствует расширению с группой GM. Вот. Так вот, элементарный, это значит
класс из возможных тоже для она. Это подгруппа, порожденная вот этими всеми классами. Неправильно сказал. Не да, она. Да, она это реально как раз в этой подгруппе. Просто да. Извините, просто да. То есть среди всех форм, понятно, что в замках есть такие формы вида да. Но здесь вот я напомню, что это что такое? Это омега-1, омега кл к фактор по D-log. Это касается звездочкой. И вот здесь мы будем смотреть не на D-log, а DA. И вот это будет элементарно. Понятно определение элементарных? Угу. Ну вот, например, если k равно, если k равно замечание, что если k маленькое равно r, то тогда косинус от a, синус от a, они элементарные. Где a это имеет в виду, что это элемент из k все время. Да, ну, мне здесь тоже сказать, что a элемент из k. Вот. Почему они элементарные? Потому что над логическим замыканием это будет некоторое решение с группой GM. Правильно? SO2 станет GM. И это будет присоединение E в степени DA, то есть E в степени A. E в степени EA, все мы знаем, это будет... чего там? То есть над замыканием, когда я добавлю I, то... У меня косинус и синус, это станут в фундаментальной матрице, это будет просто в таком базе записанные. В другом базе записаны такие штуки. Вот. Хорошо, теперь теорема. Тут уже критерия не будет. Вот. И совершенно понятно, что его не может быть. Значит, теорема, что пусть КВЛ Пикар ВСО. И пусть оно элементарное. Тогда G коммутативно. По-моему, очень классно звучит. Вот. Значит, ну, замечание, что ясно, что в обратную сторону верно, да, потому что вы можете рассмотреть КВЛ, где это интеграл от любой омеги, она, конечно, будет коммутативна, G, что это не обязательно элементарно. Именно что здесь не обязательно логарифм. Если омега не равняется да на а, да? Вот. То есть здесь нет никакого критерия изоморфизма, но некоторого критерия, но это необходимые условия. Ну, значит, пример приложения ко всему к этому, это то, что функция интеграла от e в степени минус z квадрат не элементарная. Назовем ее y. Почему? Ну, какому дифру она удовлетворяет, кто может сказать? Давайте возьмем y штрих, что получится. Да y. Я все время ты пишу. Штрих я не люблю. Да y. Всему равняется, да y. Имеется в виду, что мы рассматриваем над полем c от z. Да? Поле элементарно, каким полем это вопрос? Само собой, наверное, всегда элементарно. Над полем c от z и, значит, соответственно, d. Вот. Ну и да y, всему равняется. Господа. Я синий минус от квадрата. Да, да y равняется e в степени минус z квадрат. Ну, не совсем, да? Ну, плюс c. Да, dz, dz, правильно, да. dz. Вот, d квадрат y к чему равняется. Да, давай мы dz сотрем. Действительно, раз мы пишем d вот округлое, то уже мы dz можем стирать. D квадрат y к чему будет равняться? Минус 2z. 2z на e в степени минус z квадрат. Вот соотношение. То есть получается, что d квадрат y. Плюс единица. Плюс 2z на dy. Равно нулю. Правильно? Еще раз, dy это e в степени z квадрат. Да, я вроде не ошибаюсь, я не делаю. Ну да, то есть это d на d плюс 2z, это y равно 0. Вот. Значит, это некоторое
Некоторые дифференциальные уравнения ранга 2. Ну, вопрос, какая же дифференциальная группа угла? Значит, на самом деле, понятно, что его дифференциальная группа угла, она такая, что поскольку, чтобы получить y, нужно взять интеграл от e степени z квадрат. На самом деле, поэтому у нас есть такая башня, где вот это k, ну, это k, это c от z. А это будет k присоединить что? Присоединить e степени минус z квадрат, элементарное расширение, да? А это будет e присоединить интеграл от e степени минус z квадрат. Это как бы уже не элементарное расширение, априори. Ну, в смысле, что оно не выйдет как элементарное. Вот. Так вот, здесь дифференциальная группа угла какая? gm, правильно? Потому что присоединяется e в степени. А здесь gA. Легко видеть, что одна действует на другую нетривиально. Что, вот, ну, просто почему? Потому что у вас группа gm, как она действует на e в степени z квадрат? Она как раз его нетривиально умножает на что-то. Ну, то есть это инвариантная, действительно, инвариантная будет прямая в когмологии Дорана, во-первых, но она инвариантна как прямая, но это нетривиально представляет некоторый характер. И, собственно, это нетривиальный есть характер, то это будет аффинная группа возникать. То есть не коммутативная группа, аффинных преобразований прямой. GM действует на сопряжение множа нетривиально. Из-за того, что GM действует нетривиально, на форме, на функции, от которой мы здесь берем интеграл. Если, вот если бы она была бы из c от z, она была бы инвариантная. Так будет же. Вот. Но это как бы такое большое, мне кажется, достижение. Вот. Но это, вот эта теорема как раз, я сейчас скажу ее ингредиенты, она совершенно не тофологическая теорема. В отличие от предыдущей, которая совершенно стандартным образом доказывается, это содержательная теорема. Вот, и она основана на такой лемме, который принадлежит Лиувиллю, как говорят. Тут, видимо, много чего очень в этой науке делал на самом деле Лиувилль в первой половине 19 века. Вот. Значит, лемма Лиувилля такая. Она говорит следующее, что... Пусть k в L элементарное расширение. То есть композиция элементарных расширений, да? Не обязательно пикар веселок. Тогда мы можем посмотреть такую вещь. H1 от k. L. Это подгруппа по определению К маленького векторного подпространства во всех первых когмологии Дорана. Первая когмология Дорана, естественно, отображается в первой когмологии Дорана поле DL. Давайте я у E обозначу, это будет лемма потом применяться к E. Здесь тоже есть элементарное. И понятно, что элементарное переходит в элементарное, потому что да на А переходит да на А. Так вот это расслойное произведение. Ну, конечно, Лиувилль так не формулировал, там какие-то формулы формулировал. Но что означает расстояние произведения? То есть, если у нас есть какая-то форма омега в рабочей крестьянской, что это означает? Есть какая-то форма замкнутая, то тогда для любой формы омега равняется какая-то dA плюс dB на B. Не dB на B, а плюс линейная комбинация dB на B, да? Сейчас объясню. Плюс сумма лямбда и t. dB лучше здесь напишу. Так, сейчас, извините, лучше немножко в другом порядке. Я хочу выразить условие, что она элементарна. Что означает элементарность формы? Это означает, что она является суммой каких-то лямбда итах d а и t делить на а и t. Плюс dB с точностью до когмологии.
где А и Т, Б и С, К. А лямбда и Т и С, К маленького. Это я написал элементарность. Это равносильно тому, что есть аналогичное, только уже, значит, это равенство где? В омега К. Равносильно тому, что это сумма каких-то мюжитых Д, Ф и Т делить на Ф и Т плюс ДЖ, где, значит, уже F и TG из E, какие-то уже функции, ну, а межитые из константа. Да, заметим, что при любых расширениях константы не растут, да? Ну, потому что это композиция Пикар-Весёва, у которых константы не растут. Вот. Ну, значит, отсюда полно следствий. Ну, например, такое вот следствие можно сделать. Это как фрагмент доказательства теоремы, что пусть КВЛ с ЖА, Пикар-Весёва с ЖА, тогда КВЛ Лювилева элементарная, тогда это тогда, когда оно уже по чесноку элементарное, когда L это К от логарифма какого-то А. Да, то есть можно было вопрос такой задать. Вот, хорошо, пусть мы взяли какой-то интеграл от функции. Пусть она элементарная. Можно выразить как какую-то суперпозицию, там, ну, не суперпозицию, а композицию, какие-то функции, там, логарифм от логарифма, от логарифма, там еще экспоненты, косинус, синус. Вот. Но правда, что сама она просто логарифм от чего-то? Оказывается, да, правда. И вот это из лемма Лювилля, ну, давайте это я объясню, почему. Значит, ну, вот у нас опять же такая будет башня. LK. И она содержится в каком-то E. Правильно? Имеем такую башню. К вложено в L. Оно Лювилево. То есть оно вложено в какое-то Лювилево. Где это Лювилево, потому что очень элементарное. Это элементарное. А здесь группа была ЖА. Вот. Но тогда... Мы видим, что L, значит, L, пусть это К от интеграла какой-то формы омега. Тогда Е от интеграла от формы омега, это уже будет просто Е. То есть мы... L же вложено в Е. То есть форма омега оказалась уже замкнутой. То есть короче, я, может, слишком сложно сказал. Мы видим, что Е... Мы видим, что класс... Значит, L равно К от интеграла омега. Мы видим, что класс омега равен нулю в... Первая когмология диаграммы Е, правильно? Потому что интеграл от омеги уже живет в L, значит, живет в Е. Ну, то есть, 0 это, в частности, безусловно, элементарная дифференциальная форма. Вот, ну и все, значит, по лемме Лювилля класс омеги элементарен. То есть, поэтому, может быть, сама омега не элементарна, но можно прибавить дифференциал какой-то функции, что она станет элементарной, такой линейной комбинацией. Неплохо я сказал, что это лока. Правильно было бы сказать, что это интеграл. Лямбда и Т. Да, и Т делить на и Т. Ну, это то же самое, что сумма... Интегралов, ну да, сумма лямбда и Т от логарифмов. Да, извиняюсь, что я. Линейная комбинация логарифмов. Вот. Хорошо, давайте я обозначу идею доказательства теоремы о коммутативности, пока не понятно, при чем тут коммутативность. Вот. Идея доказательства теоремы. Вопросы есть какие-нибудь? Понятно, что происходит? Вот. Значит, доказательство теоремы о коммутативности. Ну, первый шаг такой, заметить, что, ну, во-первых, можно считать, что, как обычно, можно считать, что
же равно же 0, это вообще ерунда. Всегда можно прийти к конечному решению, это как бы ни о чем. Вот. А теперь дальше важный такой момент, что g не коммутативное, тогда только тогда, когда... Но она разрешимая. Да. Значит, дальше заметим, что g разрешимая. Так как КВЛ элементарный, тем более Лиувильева. Можно доказать, что Лиувильева все разрешимо, правильно? Теперь g не коммутативно, тогда только тогда, когда в g есть подфактор, значит, поэтому она разрешимая. Некоммутативная и разрешимая, тогда только тогда, когда в g есть подфактор, то есть нормальная подгруппа, внешне нормальная подгруппа, изоморфный, меньше не обязательно нормально во всем. Значит, изоморфный чему? Либо группе АФ1 или группе Гейзенберга. Группа Гейзенберга — это У от 3, У3. Это группа матриц 1, 1, 1, 0, здесь что-то, здесь что-то, здесь что-то. Значит, здесь о чем речь идет? Идет речь о следующем, что предположим, ну, вот, как бы, почему это верно? У нас наша группа, это здесь есть тор, здесь есть унипотентный радикал. Вот. Значит, пусть у нас вот такая группа у нас разрешимая, так устроена любая разрешимая группа. Вот. Если тор, пусть унипотентный радикал, пусть она не коммутативна. Ну, значит, это может по разным причинам. Пусть в тор уже, пусть унипотентный радикал не коммутативен. Но тогда в унипотентном радикале всегда есть фактор по коммутатору. Это же в какой-то степени. Вот рассмотрим теперь еще фактор по второму коммутатору. Это будет решение жа в какой-то степени с помощью жа в какой-то степени. Поэтому жа в какой-то степени, там, значит, то тоже с помощью чего расширяем, профитализуем. То есть есть у по коммутатору. Вот. Здесь можно считать, что некоторый фактор у штрих, а здесь некоторое некоммутативное расширение. Если у некоммутативен, то отсюда следует, что возникает такая штука. То есть выберет сначала фактор по коммутанту, ядро нетривиально, если он не коммутативно. Вот. Но это ядро, у него есть какой-то фактор, равный же, так что это будет нетривиальное расширение. То есть эта группа будет не коммутативной у штрих. Вот. Значит, а дальше условно лучше, чтобы не путаться. И, ну а дальше здесь вот вы можете взять такой фрагмент. Значит, если он не коммутативный, у вас возникает коммутаторное спаривание. Можете взять два элемента отсюда, поднять их как-то и спарить. Это будет центральное, некоммутативное, центральное расширение. Ну, дальше, значит, это у вас даст вам некоторую симплетическую форму на жа в какой-то степени. Ну, вот, в этой симплетической форме она не может быть нулевой, иначе бы это была коммутативная группа. У нее обязательно есть какая-то пара, как двумерное подпространство, на которое она ограничится нетривиально. Но на двумерном пространстве симплетические формы друг друга изоморфны. Вот. И это будет ровно группа Гейзенберга. Расширение жа квадрат с помощью жа. Группу У3. Вот. Ну, а если У коммутативен, то все возникает из-за того, что у вас тор как-то действует. Ну, можно считать, что... Да, еще можно считать, что, конечно, для простоты, что К равно К чертой, ну, потому что коммутативность, она не меняется, и элементарность тоже. Вот. Ну, тогда у вас тор, тогда у вас нетривиальное расширение, да, какое-то. Значит, тор как-то нетривиально с сопряжениями действует на У. Вот. Ну и, значит, тогда у вас возникает какой-то, у вас, в общем, тогда будет фрагмент какого-то расширения GM с помощью G, нетривиального. Потому что если все расширения тривиальны, если у вас по ограничению на любой GM будет расщепление, то все, такого нет. Вот, тогда у вас возникнет фрагмент такой типа G с волной, с двумя волнами, здесь GM, а здесь GA. Вот. Ну и дальше в обоих случаях у нас возникает такая картинка. У нас возникает, если она группа не коммутативная, возникает элементарное расширение вида. Здесь каждый раз какая-то группа, либо GM, значит, здесь E, F, здесь K. Здесь группа GA у нас стоит в ядре всегда, GA, видите, вот это GA. А здесь GA квадрат или GM. Но вот это элементарное расширение. Причем, значит, по лемма Лиувилля
ее следствие, вернее, полемию Лювиля и следствию, мы видим, что вот это решение f над e, оно сдается при соединении интеграла от элементарной функции. От элементарной азимформы. Вот. А дальше можно, ну вот это решение e над k, оно явно описывается. Оно элементарное, вот. И можно убедиться, что на самом деле явное описание... Явное описание e над k, ну это либо интеграл, причем туда сейчас нам будет не важна даже его элементарность, либо это интеграл от чего-то, либо два интеграла от форм попарно разных, либо это будет, значит, интеграл от какой-то e в степени интеграла. Нам даже не нужна будет его элементарность. Показывает, что на самом деле омега это омега e, что на самом деле омега должна лежать в омега k. Вот. Ну а тогда возникнет противоречие с нетривиальностью расширения. Вот. И, соответственно, g с волной, g квадрат, g. Понятно? То есть, предполагая, что группа у нас разрешима, но не коммутативна, мы в качестве подфактора выбираем такой один из двух типичных фрагментов. Либо группа Зимберга, либо группа Афинная. Вот, ну и тогда полемия Лювиля, значит, это второе решение в этой башне. Еще раз, это обязательно интеграл от чего-то элементарного. Дальше можно явно посчитать, но e это, в конце концов, оно имеет степень трансцендентности либо 1, либо 2. Да? Это либо k от интеграла омега 1, интеграл омега 2, или k от e в степени интеграла какой-то этой. Давайте здесь тоже это лучше назову, чтобы не путать с теми омегами. Вот. Ну и это довольно... То есть это либо чисто трансцендентное решение степени 2, либо степени 1. Несложно здесь посмотреть, как устроены рациональные функции. Вот, и убедиться, что если есть какая-то элементарная азимформа вот над этим, например, полем, то она обязательно приходит снизу. Вот. Но там еще важно, что она имеет вид, что она вероятна. Явное описание плюс, я забыл сказать, плюс G, давайте эту группу назовем как-нибудь Q. Вот, значит, как-нибудь назовем эту группу Q. Вот, плюс Q инвариантность. Что, я говорил, что если у вас афинное расширение, то это может быть не любая форма, а в первой колонке диорамы она должна быть q-инвариантной. Вот эта q-инвариантность в первой колонке диорамы плюс элементарность показывает, что на самом деле она приходит снизу. Ну, вот как-то так. Вот. Есть вопросы какие-нибудь? Да нет. А? Да вроде нет. Сейчас, отшучка. Так. Ну чего, я на самом деле все рассказал, что хотел. Еще был там в программе такой контрпример Деллини, когда у нас есть еще одно число инвариантных кривых, но нету нетривиальных рациональных первых интегралов. Ну, наверное, это еще 20 минут, но я думаю, что вы все уже устали, да? Как вы? Ну, как-то да. Ну что, хорошо. В общем, я как бы так вот курс завершаю таким образом. У нас всего лишь двое, но ничего. Зато все равно здесь поднялись. Вот.
Хорошо. Ладно, тогда присылайте мне рано или поздно свои экзамены. Лучше не сильно затягивайте. И все, наверное, тогда спасибо большое за внимание. Хорошо, ладно, спасибо, Сереж. Спасибо. Давай, счастливо. Давай. Пока. Пока. Спасибо. Дима. Ты что-то спросил, Дима? Дим, ты что? А, ты уже вышел, да? Я здесь. Ты здесь? Видео появится. У меня просто проблемы были последние полчаса. Помехи какие-то жуткие. Потом видео будет на сайте? Видео будет, да, видео будет, конечно. И конспекты будут. А, тогда? PDF, как всегда. Там всегда видите, если не обратил внимания, там всегда справа сверху, там так находится PDF с вот этим всем, что я сейчас писал. Где? На сайте? На сайте. Интересно, сейчас посмотрю. Это у каждой лекции есть. Оно и внизу под окошком видео, и справа сверху, по-моему, там еще какое-то. Ну, это называется как лекция. Так. Ко всем лекциям лежат PDF. Вот с зумом. Ну, к некоторым я увидел, к последним нет. Хорошо. Ой, спасибо, спасибо. А я там ее смотрел. До последних я просто не везде PDF еще успел посмотреть. Окей, да, хорошо, нет, я имею в виду, короче, они лежат PDF к лекциям, и КД тоже появится, как и всегда. А, замечательно. Хорошо, ладно, все, спасибо за внимание. Давай, счастливо тогда. Пока.